Все так любят там возмущаться какой-нибудь чернокожей русалкой или где-то найдут какую-нибудь африканскую постановку Анны Карениной, и там черная Анна Каренина. Чего вас смущает-то? Чего вас бесит так, да? Ну вот черная Анна Каренина, окей. Начнем с того, что она популяризирует произведение в Африке. Произведение нашего автора, нашего соотечественника. Это прекрасно. Чем больше распространяется великая литература, русская литература по миру, тем лучше. И пусть они делают постановку, я не знаю, с лягушками Анна Каренина, мультик. Что в этом плохого? Всякие экранизации только подстегивают интерес к произведению. Даже дурацкие экранизации. Когда говорят, что плохая экранизация, недостойная оригинала, пусть будет много плохих экранизаций. Пусть люди при этом выходят критики и кричат, это недостойная экранизация. Это нормально, это только пробуждает интерес к произведению. Произведение умирает, если о нем не говорят, не пишут, не снимают, не обсуждают его. Его забывают, его остаются там какие-то литературные критики, знают, никто его не читает, да? Вот, поэтому это здорово. В крайнем случае, если тебя уж это так раздражает, ну просто не ходи, не смотри. В наручниках тебя ведут, показывают тебе ту несчастную русалку чернокожую. Никто не заставляет. Сиди дома и смотри «Улицы разбитых фонарей».